Итак, друзья, будет ли работать беспроводная мышь в BIOS UFE? Сейчас мы узнаем. Соответственно, зайдем и посмотрим. Я не помню, как у меня тут дают либо F2 при запуске, давайте нажимаем здесь сразу. И, соответственно, друзья, сейчас узнаем. Всех интересует, меня тоже. Итак, друзья, вот видите, обычная мышь на проводе работает. Видите, вот я вожу. А теперь эта мышь тоже работает. Смотрите, видите, вот беспроводная мышь тоже работает в BIOS. Друзья, многие говорят, кстати, я много раз слышал, что беспроводные, ну, слухи такие по сети, что зачем беспроводное, либо у тебя не будет работать BIOS, или где-то вот перед установкой не зайдешь в BIOS, клавиатура точно так же беспроводная. И, друзья, все работает, и беспроводная клавиатура в BIOS, и беспроводная мышь. Вот так вот. Всем пока, до свидания.